Всем привет! Я хочу вам сказать, это вторая часть на микровольчит, и я хочу вам показать новый чит деньги. И вот, вы заходите, вы видите такую табличку, нажимаете продолжить, нажимаете на что вы хотите, потом нажимаете чек. Когда это пройдет и потом. Все сделал. Сейчас вы пишете свое имя аккаунта какое-то, и там надо какой-то номер. Там я еще не знаю, какой номер, но я там написал номер. Я не могу вам это рассказать, но номер какой-то написал, и все сработало. У меня есть деньги. Я сейчас не буду делать, что я не могу, я не хочу, чтобы вы видели мою эту коды там. Там это PIN, это такой код вашего, это, ну, карточки настоящие, вы пишете. Вот, вы пишете, это надо платить деньги. Я очень извиняюсь, но есть шанс, что там случится сбой, вы можете написать, например, такую вещь, да, и вдруг это может сработать. Но у какие-то не сработает, надо будет там это, ну, деньги настоящие. Но у меня сработало, мне повезло. Я не понял, что это, я прочитал, и все сработало. Поняли, ребята? Сейчас оно не сработает, это только один раз, и все. Ну, ребята, если вам понравилось этот чит, это прикольный чит. Если вам понравилось, делайте лайк, и делайте, что вы хотите. Прикольный чит. Работает. Следующий чит я вам покажу. MVX 3.04, это самый новый, может быть, еще выйдет 3.0.5. увидим, ребята. Всем пока.